Вот информатор той самой организации WikiLeaks, которая это и раскрыла, Челси Мэннинг, совершила вторую попытку самоубийства в тюрьме. Мэннинг уже пыталась вести счеты с жизнью 4 октября, когда отбывала наказание в одиночной камере за попытку самоубийства, предпринятую в июле. И сейчас она находится в общей камере военной тюрьмы в форте Левенворт в Канзасе. Там она отбывает тюремный срок. В августе 2013 года Брэдли Мэннинг был приговорен к 35 годам лишения свободы. Он передал WikiLeaks 700 тысяч секретных документов, которые касались военных операций США в Ираке и Афганистане. Самой известной утечкой стала видеозапись убийства американскими военными мирных жителей в Ираке. 39 минут это видео подробно рассказывает, как тогда американцы расправились. После оглашения приговора Брэдли Мэннинг, бывший специалист по анализу развединформации армии США, объявил о желании сменить пол и попросил впредь называть себя Челси. В настоящее время она проходит процесс гормональной терапии прямо в тюрьме.